Чудесная карта, интересная, увлекательная. Конечно, у тебя фугас. Весело, 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 весело. Все, вот это вся карта. А что, это сложно было, да. В целом интересно. Вы не можете шотный танчик добить? Раз, два, три. Обманул. Три. Боже, это обман в обмане. Так, что-то тут напали на меня, засулы какие-то. Да-да, на ходу ты попадешь, да конечно же, как же иначе. У тебя же фугасница снайперская. Я, кстати, вообще не знаю, как там, что там с точностью у него на этой фугаснице. И, может, там снайперский борщ какой-то на колесиках. Аля, ну так стабилизация не совсем ужасная. А, ну, в принципе, все понятно. Целился, сводился, проверяй. По пушке все, я понял. С первого выстрела все понятно. На ней надо целиться, получается. И это еще сведение 2 секунды тут. А, через день долетело. 3 выстрела, 3 пробития. Это шо вообще кого? Здорово, ебать. Пока, ебать. Здорово, будка, на. 1700, нихера не делал вообще. Я там что-то еще возникаю, как он в меня попал. А как он мог меня промазать? Вот так вопрос надо ставить. Как он мог меня промазать? Вот как вопрос надо было поставить. Оно вообще способно промазать? Я почти мимо танка стрелял. Надеюсь, мои челики его убьют. Мне он что-то неинтересен с нулем хп. Сейчас он мне под жопу даст с такой же фугасницей. А, ну я, в принципе, повернул в него пушку, да. Сколько раз за бой я не нанес урон за выстрел? Ни разу. Ввести в игру. Не, ну смешно, пиздец. Торжу не могу. Просто ржу не могу. 9-9-9. А как он на меня в меня на ходу попал? А как он промажет? Видно же. Фуловый, лянь. А давай я ему БК в бочину взорву. Сюда под башню. Бах. Да? А так можно было? Это какой-то заказ. Я думал... Ничего не думал, кажется, что это. Слабо я врываюсь. На пата не уехал. Ой, на ПВП. А вон он едет как раз. Вовремя. Да, действительно справедливо. Серьезно? Блять, каким надо быть гнилым уродом, чтобы сидеть внизу в яме на бабахе?
500. Сколько? Есть голда, ну есть. Ну бери, если тебе некуда ее. Некуда девать. Классно отстреляли танк. Прекрасно просто. Да, я виноват, согласен. Согласен. Я родился на планете Земля, прожил 30 лет, набил 3 отметки на Бураске, свечу вражескую перекатку. Согласен, виноват. Каюсь, исправлюсь. В следующий раз я нырну в яму, отсосу на первой минуте и буду прав. А, и тут нельзя мне находиться, да? Блять. Фу. А где мне можно? Разрешите где-нибудь поиграть, позязя. Реально выше, ниже вскопал. Откопал. Бабаха ваншотнет. Куда я стрельну? Вообще на ВНЛД тоже не было смысла стрелять. Вероятно, что ортогнида нанесет урон. Мне максимальная вероятность. Мои петухи не могут забрать 200 хп в срат. Да, забрал. Ой, я оборудование снял и в бой поехал. Я ебанутый. А, я хотел танк поменять. Ну, все равно ебанутый. Причем тут Т-77, я вообще не понимаю. Я тебе жизнь испортил или что? Витя, меня обижают. Глянь, я прям танк купил. Меня люди обижают. Ну и что, мы в World of Tanks играем, да? Ну и что ты от меня хочешь? Ромочка в танчике играется. Что ты от меня хочешь, мне интересно. Ромочка нового друга себе нашел. Я как друг лучше, да? Согласись. Согласись, я лучше. Меня лучше толкать. Зачем ЛТшка опять об него упоролась? Сдавайся, вы окружены одним мной. Как он попал? Да. О. Жопу опустил, приведенки больше стало в ЛД. А где мой Димочка? Дима, Димончик, ты там чё, как на горе, нормально? Он с горы упал. Димон, прыгай. Давай, Димон, мы в атаку едем. Давай, друг мой. Полетели, весело, пиздец. Давай. Весело, танцики. Поехали. Это Дима мой братан. Давай, станем тут, постреляем. Пиу. Кайфово, да, Димон? Димон не хочет помогать. Гнида ты, Димон, а не друг. Да, толкаться ты любишь, Димон, а помогать нихера не хочешь. Димону надо не танчики, не убиваться, а какие-то надо машинки, чтобы он по горкам прыгал. Рома его зовут, Дима, Рома, да похер. Ты играть будешь, Рома, Дима? Сука тупая. Пиздец. Поехал, Рома Дима. Слабо. Ля, Рома Дима убил пацана. Я боюсь, что я поеду, и бабаха мне пизданет. А вон она сидит. А он обиделся. На обиженных воду возит. Давай, я поеду в Рома Димину игру поиграю, по горкам попрыгаю. А он за мной не поедет?
опять. Мое уважение. Димон меня уважает. Или кто-то там. Рома, похер. Главное, что он меня уважает. Ты меня уважаешь? Вот тебе нового друга наш. Ёб твою мать. Бабахи за мной едет. А сегодня адекватные челики играют, я вижу. Куда он вниз поехал? Мне кажется, Рома Дима это умнее, чем этот чел на бабахе. Рома Дима, ля, пацан. Ай, блядь. 2500 без оборудования набил. А что там Рома Дима играет? Давай, Рома Дима, я в тебя верю. На автоприцеле в ЛТшку хорош, давай. На автоприцеле классное упреждение берешь. Хорош. Бесконтактный бой, красава. Противник разбился. Это чел на бабахе разбился. Классный бой. Этот бой надо просто вот на рекламу World of Tanks вырезать от края до края. Когда Муразор, помните, рекламировал? Зайди, попробуй, новый в World of Tanks, нихера не изменилось. Срочно. Рома Дима рекомендует. Оп, Рома Дима, хорош. Еще б толком через бугор не переехал, уже лючки пробивает. Ну, Рома Дима, будущий скалолаз. Сын прыжковой паркура. Сейчас он где-то разъебется. Блин, он чисто по бугорочкам катается. Ему чисто похер на дорожке. Картожопы сидели, дорожки вырисовывали. Он чисто игнорит все дорожки. Мне кажется, лучшая карта для Ромы Димы — это колдоебины. Ее даже назвать, наверное, точно так же надо. Колдоебины. Рома А2. А2 это аккаунт 2 или второй А? Класс. 13. А что 13? Это Рома Дима из второго А-класса. 9 лет. Нихера там комбинация. Это мама зашифровала аккаунт. Это мамины шифровки какие-то. Что это за название вообще аккаунта Рома Дима? Ну, это реально. Это Рома, второй А-класс. В 13 году он родился. Ему 9 лет. Он во втором классе, да? Мама же зашифровала аккаунт, все, готово. Ой, стой. Я опять без оборудования. Иди нахер, два будет без оборудования. Сука.